радио. На народном радио. Ну що ж, раз ми вже всі тут прийшли, зібралися, то й давайте будемо продовжувати. В нас в вечірній Одесі є два ще моменти обов'язкові. По-перше, це момент продовження спілкування з Дмитром Яїцьким, головним редактором «Інфопорту». Попереду знов-таки підбірка одеських і не тільки одеських, а й всеукраїнських новин. І також у цій годині ми за хвилин, мені здається, 20, будемо розігрувати 4 квиточки на футбол. 19 листопада відбудеться зустріч чорноморців проти Олімпіка, і на цей матч ми саме будемо розігрувати 4 квитки. Тому будьте поруч з нами. Дмитро, тобі слово, друже. Хочу поговорить об одном интересном законе, который недавно был подписан. Касается он образования. Я как родители, мы как родители, да, и слушатели наши, каждый месяц в конвертиках в школы передают разнообразные финансовые средства. На ремонты, еще какие-то разные поводы придумать. Вот, вышел закон, который обязывает обнародовать до 1 декабря 2017 года все поступления и статьи расходов суммами этих родительских бюджетов. То есть куда идут деньги родителей, что за них делается? Сколько приходит, Минобразование хочет понимать, сколько реально родители инвестируют в школы ежемесячно сейчас, какая картина есть. Так. Дальше, куда эти деньги расходуются, на какие нужды и в каких суммах. То есть система становится прозрачней. Ну, с одной стороны, система становится прозрачнее, с другой стороны, возникает сразу вопрос, для чего это делает Минобразование? Не для того ли, чтобы что-то запретить, а внести эту сумму, ну, на какие-то другие моменты. Ну, в общем, начинается сразу же прыгание. Мы просто, к сожалению, привыкли так думать. Ну, нас да. заставляет жизни ежедневные примеры так думать, но мы же оптимисты с тобой, да? Да, конечно. Поэтому искать их, конечно же. Конечно же. Давайте думать о хорошем, Думаем о том, что нам теперь станет понятно, куда идут те деньги, которые мы ежемесячно передаем в школу в конвертах. Я сам недавно завозил этот конвертик туда. Я думаю, это же насколько построена на сегодняшний день система, что родители добровольно ежемесячно кладут в конверты, которые вкладывают деткам в дневники, и они их относят к классным руководителям, которые в дальнейшем отдают уже директорам. Ну смотри, допустим, у нас в школе все понятно. У нас есть одна из мам, которая отвечает за финансовые вот эти вопросы все. Мы всегда на родительском собрании ставим вопрос, что необходимо. Ага, ну необходимо там, допустим, обновить, сделать ремонт кабинета. Отлично, мы собираемся, мы знаем, расписываем на всех родителей, собираемся. Все деньги находятся не у преподавателя, а у мамы. И мама уже, соответственно... Это фонд класса, но не фонд школы. Это какие-то моменты, которые перманентно там возникают и закрываются за счет родителей. Ну, фонд школы, мне кажется, точно так же, по идее, должен быть. Да, чтобы должен вы все знали, быть. Я да, просто знаю очень много примеров, когда в школах строят там современные компьютерные классы, вешают проекторы, ставят кулеры, там, турникеты и разнообразные всякие фишечки, которым, в принципе, потом дети доступа-то не имеют. Вот эти компьютерные классы стоят закрытые или там раз в месяц их открывают, чтобы показать комиссии, которая с района приезжает. Еще до сих пор такое есть? Есть. Ну, висят проекторы, которыми никто не пользуется. Давайте тогда думать о хорошем, о том, что мы действительно будем теперь как родители. Руководителей классных стоят ноутбуки, которые должны отсылать отчеты там. Ну, короче, прикольно. Катя. Надо создавать школьную налоговую. Что хорошо, у Кати еще пока нет ребенка, вот ты пока еще мимо этого. Я просто да. Да, но ничего. Я еще помню то время, когда моя мама давала мне за школу в месяц 20 гривен. И это были колоссальные деньги. Что ты на них купила? Отнесла за школу. А, понятно. Так, продолжим. Следующая Давайте новость. Давайте немножко о новых приколах, которые в Одессе появились. Да. Хорошие новости. Одесситы креативные. Да. Нашли способ борьбы с автохамами, наконец-то. Угу. В последнее время очень много машин, которые паркуются на местах для инвалидов, неположенных местах. Так вот, в Красном переулке угол Дерибасовской появился новый дорожный знак, на котором нарисован вот эта вот колясочка, место для людей с ограниченными физическими возможностями, и под низом табличка «Забрал мое место, забери мои болезни». О, видишь, вот. Да.
Станешь здесь проклянут, это называется, как да? Водители в маршрутках пишут: я желаю тебе в 3 раза больше того, что ты пожелал мне. Вот. Вот. И он работает. Это место реально всегда свободно. Я сам видел, и очевидцы скидывали нам, как бы писали комментарии к нашей новости о том, что видели, как люди заезжают там на каких-то мерседесах выпарковываться на это место, им показывают на табличку. Те вычитывают ее, задний ход, и уезжают в неизвестном направлении. Сегодня по городу, кстати, был рейд погрузчиков автомобильных эвакуаторов. Они эвакуировали автомобили с мостов и с неправильных мест парковки. Это хорошо. Да, это проводится правильно. Это регулярно. Мне кажется, если бы это было каждый день, то через месяц мы бы научились парковаться там, где нужно. Другое дело, что да, действительно, у нас сложности с парковкой. Но вот как сегодня написал наш замечательный друг Александр Андросов в Фейсбуке, он стоял возле фитнес-клуба в ожидании своего товарища, видел, как вторым рядом запарковалась девушка. На вопрос, а нельзя ли запарковаться через 50 метров, где есть свободная парковка, при этом не нарушать правила дорожного движения, не мешать никому и так далее, она сказала: ой, это я буду идти вот эти 50 метров. Пипик сигнализацию и пошла. Ну, 1500-2500 гривен за эвакуацию, хранение автомобиля плюс штраф за неправильную парковку. Я думаю, что очень многих отрезвит, когда сумма там до 4000 зайдет за надо такую сразу, парковку. 10 было. Я думаю, что реально поубавится желающих становиться вот так вот не по-человечески. Далее. Новый мурал появился на Княжеской. Его уже окрестили интернациональным, потому что на мурале нарисованы две девушки. Одна европейская, другая африканской внешности. И этот мурал символизирует переплетение их культур. Отлично, мне нравится. Муралы вообще хорошо украшают наш город. Сова новая появилась. Потом Леся Верба нарисовала прекрасный мурал с музыкальными инструментами. Да, на этом, я думаю, что история с муралами не закончится. Их будет становиться все больше и больше. Художникам нравится работать в Одессе. Им явно создают здесь комфортные условия. Прекрасно, вот. Пусть Одесса будет красивой. И те, кто не убегают и не забирают $5000, не скрываются в известном направлении. И не пишут гневные посты. Да, да, да. Да, и сотрудничают с нашими активистами. Это хорошо. Вот. Напоследочек, наверное, хотелось бы пару хороших новостей спорта вам рассказать. Давай, с удовольствием. Детская шахматистка в составе сборной Украины заняла призовое место на чемпионате Европы. Ну, заметьте, вот последнее время одесские спортсмены очень много делают хорошего для нашего города. Прославляют нас. Да, теннисистка, шахматистка. Мы надеемся, что вот 19 ноября Черноморец выиграет у Олимпика. Мы, кстати, через минут 15 будем разыгрывать билеты, так конечно, что готовьтесь. Как можно сомневаться в выигрыше нашей любимой команды? Я говорю, когда? Я не говорю, если, я говорю, когда. Молодец. Нашу одесситку зовут Наталья Жукова. Надо знать своих героев по фамилиям, хотя бы, если не в лицо. Также хотелось бы сказать, что провели встречу с нашими любимыми игроками, между прочим, Черноморца на стадионе 13 числа в фирменном магазине «Музей клуба» прошли сотни одесситов болельщиков для того, чтобы в неформальной обстановке встретиться с футболистами команды «Моряка» Сергеем Политыла и Кириллом Ковалецом. Да, вот такая классно. Вот история интересная. Это хорошо, когда молодежь привлекают к спорту. Есть, кстати, одна такая не очень хорошая, может быть, новость. Можно было бы обсудить коротенько. Давайте. Скейт-парк. Так. Про который мы рассказывали, который открылся. В соцсетях начали появляться посты мамаш, которые говорят, что их детям запрещают кататься на этой площадке. То есть они приходят туда гулять с детьми, с самокатами, там, с роликовыми коньками. И ассоциация скейтбординга Украины, чей офис находится прямо непосредственно возле этой площадки, выгоняют оттуда детей. Почему? Мне кажется, из той информации, которую я вычитал и попытался осознать, дело в том, что ассоциация скейтбординга — это люди, которые сопутствуют профессиональному развитию спорта, профессионального спорта. Конечно. А я видел, когда на одной площадке катаются просто киллеры, если можно так сказать, люди, которые могут сделать двойное сальто на скейте. Это профессиональные спортсмены. И маленькие детки, которые там на самокатике отталкиваются ножкой, там шестилетние, да, и им совместно на одной площадке некомфортно и небезопасно. Естественно. Я думаю, что именно поэтому эта ассоциация сделала график,
по которому там до, по-моему, 14 часов катаются дети там до 8 лет. А дальше катаются уже взрослые. Ну да. Я думаю, что это тоже можно понять. В первую очередь, это забота о безопасности детей. Ну, было бы вообще хорошо, если бы у нас было несколько таких подобных площадок, но пока что, к сожалению, есть только одна. Мы будем надеяться, что появится несколько, и тогда будет возможность какого-то выбора. Есть еще одна маленькая новость, это уже напоследок, о том, что говорили, что стадион «Динамо» будет закрыт для всех посещающих. Его, мол, там делают олимпийскую такую площадочку специальную для того, чтобы там тренировались профессиональные спортсмены. И, соответственно, вход или проход через стадион, как было это еще вот этим летом, будет запрещен для всех горожан и гостей нашего города. Но вот написали, что все-таки тренировки, беговые тренировки в том числе, будут возможны. Будет график определенной захода на этот стадион. Потому что я лично летом очень часто приезжал утром в разное время, в субботу, в воскресенье или в будние дни, там я мог и в 6 утра приехать, а мог и в 10 утра приехать на стадион «Динамо» на велосипеде, парковался себе спокойно, заходил на территорию, делал кружочек бегом и занимался, растягивался со мной. Ой, рядом. Да, все тебе завидуют, да, вот, классный я имею ты, в виду, да, нет, да. Я имею в виду, что если у тебя есть такая возможность, а у тебя нет, у тебя, значит, зависть, то ты сидишь себе дома и кушаешь и булочки. Да. В последнее время спортом начали в регионе заниматься, да, а если да, и дворец спорта обновляют, он уже был в таком ужасном состоянии. Ну да, и вот сейчас стадион если «Динамо», действительно делается стадион «Динамо» какая-то олимпийская зона, это классно, города, но понятное дело, что одесситы должны иметь право заходить на территорию стадиона и заниматься спортом, иначе о каком спорте вообще мы будем говорить. Да. Вот как-то так, вот такие вот хорошие новости, на самом деле. Спасибо огромное Дмитрию, спасибо огромное Инфопорту за то, что дружит с нами и за то, что приносит нам регулярно раз в неделю приятные новости. Мы будем надеяться, что ровно через неделю приятных, хороших и положительных новостей будет в десятки раз лучше, а все новости с каким-то негативным оттенком уйдут, все вопросы решатся, все будет открыто, все будет красиво и приятно. Да, я со своей стороны хочу поблагодарить вас и Народное радио за то, что вы дружите с Инфопортом. Мы специально для этого и для вас сделали блог на нашем сайте, в котором мы помещаем еженедельно, каждую пятницу все наши передачи, на которые мы наговариваем за четверг. Спасибо вам, друзья, спасибо всем, кто нас слушал. Нам очень приятно. Вечерняя Одесса продолжается незабаром. Тут розыгрыш квиточки на Чорноморець.